Добрый вечер, дамы и господа. Я посмотрел ролик Fallout 4. И прямо скажу, есть в этом ролике... Я посмотрел много раз, как и вы все, наверное. Ну, поразило сразу, естественно, цветность, которой не было раньше. То есть, за что мне нравился Fallout. Тот же третий, и Вегас... Из-за определенной тонированности, что ли, да, тонированности мира. Вот эта тонированность, она создавала какой-то стиль. Ну, плюс, конечно, освещение там и все такое. Вот этого вот яркого чего-то такого патологически ненормальных цветов их не было. Сейчас я не могу сказать, что это патологически раскрашено, как в каких-то... модах к Fallout, так называемых HD текстурах и так далее, которые мне никогда не нравились, которые убивали этим ядовитым цветом все на самом деле. А все модеры, которые старались как-то улучшить мир Fallout, мне кажется, ну, я сейчас не беру, я имею в виду визуальные модеры, да, которые улучшали текстуры и так далее, добавляли какой-то блеск там, мапы и прочую хрень. Вот ничего у них не получалось никогда. Получалось что-то сразу выбивающееся из стиля. Добавки всякого нового, навороченного оружия, каких-то еще там персонажей таких несуразных, типа полуголых баб, еще какая-то хрень. Это, естественно, все просто, ну, за пределами вкуса, что называется. Мне нравились только моды, которые добавляли какие-то миссии там и так далее, то есть новые локации добавляли, какие-то новые задания, конечно же. Ну, не все далеко. Я, конечно, ждал четвертый Fallout. Теперь совершенно ясно, что все будет. То есть, ну, Bethesda, конечно же, не могла не сделать продолжение, потому что это все-таки игра, которая действительно стала культовой. То есть ее ждут многие. Но вот это вот то, что я увидел в ролике, меня неприятно поразило наличие этого цвета. Наличие этого цвета, по-моему, убирает стиль. Я не знаю, то есть мне никогда, например, не казалось, что эта дверь бомбоубежища должна быть желтой. То есть вот такой ядовитый желтый. Что должны быть такие какие-то ярко-красные цвета у всего. Мне как раз очень нравилось, что Нука-Кола и многие другие вещи, что они такие бледные. Что все цвета бледные в этом мире. То есть они как бы как будто выжжены радиацией. Сейчас я вижу какие-то яркие цвета, и мне это режет глаз. Я не знаю, как вам. Может, вам очень хочется всех этих красок. Но, по-моему, эти краски затрахали в других играх, откровенно говоря. Я не знаю, я, например, не могу играть в новый Far Cry, не могу играть еще в кучу других новых игр, где каждый листочек слишком зеленый, слишком блестящий и так далее. Меня это дико раздражает, откровенно говоря, этот мир, насыщенный патологическим цветом. Наличие каких-то, опять же, таких деталек несуразных, которые глазом в этом мире мы не можем разглядеть. Перебор этих деталек, он вызывает раздражение. Лично у меня неприязнь такую эстетическую. Конечно, мне хочется играть в четвертый Fallout. Конечно, мне хочется поюздить этот мир, посмотреть, что там будет. Надеюсь, что там не будет хуже того, что было. Хотя все может быть. Судя по цвету, есть такое желание как бы понравиться этой широкой аудитории людей, которые почему-то циклятся на цвете, почему-то циклятся не на стиле, а на... даже не знаю... Ну, это как бы совершенно ясно, что это нереалистичная игра, да. То есть это все-таки мир, он что до, что после апокалипсиса, он ничего общего не имеет.
с миром настоящим, мир, известный нам всем, в котором мы жили долгие годы. Поэтому как-то делать его немножко более цветным и так далее. То есть я совершенно не против, естественно, улучшения всех объектов, всей окружающей среды, персонажей. Но я против вот этого, вот этой ядовитости. Ну, не знаю, надо меру как-то знать. Да? Вот эта вот овчарка, которая появилась в ролике, и которая следует от начала до конца, как бы является таким маршрутизатором, что ли, да, то есть она, мне кажется, неудачной. А как модель, она что-то вроде бы движение, я посмотрел несколько раз, если честно, движения вроде бы не такие плохие, но в то же время есть какое-то ощущение того, что эту овчарку ее как-то взяли и вставили сверху, что она на блюскрине снята, что она не внутри игры, не внутри локации. Хотя есть как будто взаимодействие этой овчарки. Ну, естественно, как не может быть это взаимодействие с этими ракетками, которые там поворачиваются и так далее. Я, по-моему, даже увидел какие-то швы на текстуре. Я не знаю, то есть какое-то вот ощущение чего-то не того. За счет, я не знаю, освещение улучшено, все с этим все ясно, да. Ну, у овчарки нету шерсти, в смысле, это просто гладкая текстура, это мы видим сразу. Почему это так бросается в глаза? Наверное, потому что уже мы привыкли к тому, что в других более новых играх, точнее, не более, а новых играх, да, с этими, с шерстью, особенно у животных, просто настолько все в порядке. Здесь мы видим абсолютно гладкую текстуру, ну, не хочется сказать там столетней давности, но явно отстающую от новых игр. Это, может быть, режет глаз. Не знаю. Здесь, ну, есть какой-то диссонанс. Просматривая первый раз ролик, я обратил внимание, что... То есть я подумал, что овчарки нет теней в какой-то момент. Потом я посмотрел, нет, все на месте, тени есть. Значит, какая-то проблема с освещением, что оно так поставлено, освещение в комнате, да, оно не может быть таким ярким, может быть, я не знаю. Если бы я делал эту сцену, то я бы расположил источники света как-то иначе. То есть совершенно точно, что иначе. Потому что, в общем, в движках есть... То есть как ты расставишь источники света, так, естественно, и будет. И большая хитрость в этом смысле расставить их так, чтобы... Потому что, ну, что такое 3D? Да? 3D – это оптическая иллюзия. Если ты расставишь источники света не так, то это может быть выглядеть все очень плоско. Если ты их как-то определенным образом расставишь хитроумно, то можешь спасти даже плохие модели этим делом. То есть, значит, человек, который работал со светом, он не выполнил свою функцию, на мой взгляд. Вот в этом ролике, по крайней мере, так это выглядит. Что меня чрезвычайно не порадовало, то есть огорчило. Я надеюсь, что вся игра не будет такой. Посмотрим, что будет в ней. Но я повторяю, что эта цветность, она лично мне антипатична совершенно. Ну, куда деваться, раз уж так они решили. Ну что, ну будем играть в цветном фоллаутовском мире. Все-таки это так или иначе, это Fallout, там привычные объекты. Наверное, ну, вот эти вот машинки, которые там видел в кадре, совсем кратко, видимо, в них даже можно залезть будет, я не знаю, может быть, даже ездить можно будет на каких-то транспортных средствах, что, конечно, будет интересно. Посмотрим. Может быть, не такая плохая игра, я не знаю. Ну, вот
те предыдущие ролики, то есть из предыдущих игр Fallout, они меня почему-то очень радовали сразу. Они как бы сообщали мне стиль. Здесь немножко этот стиль утрачен именно в погоне за желанием понравиться аудитории, которая почему-то писает кипятком от этого цвета. Я не знаю, не знаю. В общем, это все, что, наверное, я хотел сказать по этому поводу. Надеюсь, что все там будет интересно. Будем играть, будем играть. Ну что делать? Придется играть в эту игру. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Муравьев.